Приветствую всех на канале Лана Арт. Заехали на дачу посмотреть, как тут обстоят дела с весной, зимой. У нас еще все-таки зима, как и положено по календарю, хотя уже попахивает весной, уже проталинки, уже начинает все, конечно, таять. Здесь мои цветочки гехера, как прям только что выросла посаженная. Вроде все нормально, ничего не обгорает. Все идет по природе своим чередом. Мои тут всякие хвойнички. А это даже зелененький весь еще почвопокровник какой-то там. В общем, все вроде бы как выжило. В этой оттепели, но у нас, видимо, снег тут все-таки лежал, до конца не таял. Здесь у меня клубника купчиха по стаканчикам рассажена. Не знаю, выживет или нет. Хотела переставить ее в парник, но не смогла ее отодрать. Она примерзла. В одной из теплиц уже сделали мне мужчины мои вот такие столики для рассады. В этом году у меня очень много петуний будет. Вообще очень много цветов я посеяла. На противоположной стороне здесь тоже еще столик потом сделаем. Не знаю, в середине, наверное, оставлю, чтобы было посвободнее. По дороге заехали в Леруа Мерлен, сделали некоторые покупочки для сада. И купила очень интересный цветочек. Я вам его обязательно про него расскажу и покажу. Докупила грунта для рассады. Осенью я покупала и еще решила взять, потому что рассады будет очень много. И, естественно, придется, наверное, еще докупать грунт. Взяла какой-то первый попавшийся на самом деле, недорогой. Ну, надеюсь, более-менее приличный. А для домашней рассады взяла, ну, практически чернозем, как тут написано. Натуральный, здоровый. В общем, не знаю. А то последний раз я купила какой-то очень плохой грунт. Практически один низинный торф. Сплошные какие-то ошметки. Неперепревшая какая-то древесина там. В общем, ужас. Вот этот, думаю, разбавит все это дело. Докупила строительных ведер. В прошлом году я их использовала. Очень хорошо они подходят для ампельных петуний, 10 литров и 20 литров. Делаю в них отверстия. Единственное но, если вы будете сажать какие-то ампели, у которых развиваются шариком и не закрывают плети эти ведра, то их нужно, конечно, или красить, или чем-то закрывать, иначе будут очень гореть в них растения, корни. В этом году тоже хочу попробовать задекорировать чем-то светлым. В общем, надо думать. Докупила еще кальциевые селитры. У меня были маленькие пакетики, уже закончились. Вот взяла такие. Еще взяла фертику для рассады с очень хорошим составом, вот именно для корней. Я пользуюсь фертикой, но такие розовые пакетики, а здесь вот состав именно для наращивания корневой системы. Ну, парочку вот таких для опрыскивателей, которые можно поставить в любую емкость, даже в самую маленькую. Пластиковую бутылку просто обрезать надо, и все. Для подрастающей рассады петуни приобрела вот такие пластиковые горшки. Они, по-моему, около 1,5 литра. Ну да, 1,4 литра. Стоит такой горшочек очень недорого, 20 рублей. Как раз вот для ампельных, которые ранние у меня посадки январские, как раз для них подойдут. Взяла парочку емкостей для луковичных посадок, но я хочу их использовать для проращивания рассады. У них достаточно удобные тут размеры. В принципе, в них можно просто постелить пленку, засыпать земли и выращивать там рассаду каких-то цветов, которые быстро растущие, там бархатцы какие-нибудь, я не знаю, ну еще там что-нибудь. Дела, в общем-то, для этого. Они легкие, удобные. Ну, а потом на следующий год уже в сезоне посажу, наверное, луковичные в них. Еще необычный ирис пополнил мою коллекцию. Я вообще думала сначала, что это лилейник такой. Но оказалось, что это ирис. Вот в Оби я купила тоже очень красивый такой сиреневый, а этот оранжевый. Вообще очень необычный. Первый раз такой вижу. Конечно же, без семян мне тоже уйти не удалось. Решила еще раз попробовать все-таки посеять дихондру. Это уже другой производитель.
Здесь тоже по 5 семян. Мало, конечно, но вот взяла 2 пакетика. Будет вторая попытка вырастить дихондру. Первая у меня как-то окончилась неудачей, но не теряю надежду. Очень хочется мне вырастить этот красивый цветочек. Мимо вот таких очаровательных анютиных глазок, виолки я тоже не смогла пройти. Чем они мне понравились, это вот похожи у них серединки на какие-то такие мордашки обезьянок. Ну и сам цвет очень приятный, сиреневый с белым, с желтой такой точечкой серединкой. Взяла 2 пакетика, семена фирмы Фарао, итальянская фирма, производитель семян. В принципе, петуни этой фирмы достаточно хорошо всходит. Надеюсь, что и виола тоже не подведет. Виолу я уже посеяла, сниму об этом видео, но заодно вот и покажу, как я сею виолу, как я ее выращиваю. Для своих ампельных посадок я вот решила взять еще гипсофилу розовую. И хоть эти цветочки цветут очень непродолжительно, но они придают посадкам такую воздушность некую. В принципе, сетью можно даже в 2 захода. И тогда иметь более растянутый период цветения. Ну, подсаживать новые какие-то растения. Сажать можно ее в апреле. Быстро она очень нарастает. 1,5-2 месяца она уже зацветает. Так что, думаю, буду вот ее использовать. Первый раз я ее буду выращивать именно вот для кашпо. Посмотрим, как она себя поведет в этом сезоне. А это гипестис. Многие знакомы с ним, скорее всего, как больше как комнатное растение. Его и очень часто выращивают. Разного цвета у него бывает листва. Мне попался вот такой вот яркий, практически малиновый. Но таким он будет, если выращивать его на хорошем солнце. Выращивается большей части как комнатное растение, но можно растить как однолетник для клумб. Низкорослое растение, 25-40 сантиметров. В принципе, достаточно неприхотливое. Так что тоже буду пробовать выращивать. Очень нравится мне вот наравне с колиусами такие пестролистные растюхи. А вот на этом растении мне хотелось бы остановиться поподробнее. Это азарина лазащая. Я впервые вижу, в принципе, это растение. Познакомилась уже с ним и почитала про него в интернете. И хочу обратить на него внимание цветоводов-любителей. В принципе, по характеристикам растения мне понравилось тем, что это быстро растущая лиана. То, что она расти у нас может, в принципе, как однолетнее растение, и даже можно его забирать домой и выращивать как многолетник. Имеется несколько оттенков у этого растения, бывают они тоже разных видов, и более длинные у них побеги есть, покороче. Вот эта лазащая, она до 5 метров может наращивать побеги. Цветы различных окрасов, розовые, белые, красные, сиреневые. И листья также имеют разную немножко опушенность, разную интенсивность окрашивания. Быстро растущая лиана, она может закрыть вот, и сделать такой забор зеленой стенкой, цветущей причем. Но меня вот больше заинтересовало именно ампельное выращивание этого цветка. Хотя и вдоль вот стен тоже он красиво смотрится, как лазащий такой цветок. Но интересует меня, вот я уже говорю, что как ампельное растение. И хочется сделать его в каких-то композициях, но, к сожалению, я не знаю, не нашла информацию, насколько это растение агрессивно, насколько ей нужно, какой объем ей нужен для, скажем так, хорошего цветения, хорошего роста кашпо именно. Поэтому буду все изучать методом тыка и, конечно же, вам все расскажу и покажу. Так что, кому это интересно, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних видео.
Ну а если информация была для вас полезной, не забудьте поставить мне лайк. Вам не сложно, а мне будет приятно. До новой встречи, друзья!